Рекордный день для столичного ГИБДД сегодня. Автоинспекторы зарегистрировали более 300 ДТП. Обычно их на сотню меньше. Виной всему погода, интенсивные осадки и, как следствие, завал проезжей части снегом, который коммунальщики просто не в силах быстро расчищать. Улицы сужены, а потому много мелких аварий. На дороге гололедица. Автолюбители просят быть осторожнее.